Новогодние праздники подошли к концу, а жители Владивостока продолжают получать подарки. Сеть магазинов «Азбука мебели» и «Народной кухни» порадовали своих покупателей не только скидками, но и драгоценностями. 50 бриллиантов стали приятным бонусом к новой мебели. В декабре у нас проходила акция «Бриллиантовый Новый год». Это был розыгрыш бриллиантов полностью по сети компании «Империя мебели». Условия участия в розыгрыше – это совершение покупки на любую сумму. 50 счастливчиков случайным образом определил компьютер. В итоге 13 жителей Владивостока стали обладателями бриллиантов чистой воды. Победители признались, что до последнего не верили в такую удачу. Очень неожиданно, и я даже не поверила, сказала, что за бред, бросила трубку. Муж сказал тоже, что ерунда, раз что ты там слушаешь. Потом мне перезванивают опять, сама не регистрировалась, мне вот ребенок меня взял, мам, а вдруг бриллиант выиграем? Ну и зарегистрировал. А ты верил, что выиграешь? Ну, с моей удачей, возможно, да. Не верила, потому что, в принципе, не надеялась. Покупка была, в общем-то, плановая такая, вот не стихийная, можно сказать, перед Новым годом. Поэтому, ну, не надеялась, не верила. Для меня это была просто огромная новость. Ну, вот это первый в жизни мой выигрыш. Представляете? Еще и в новогодние. Сказки сбываются. У меня есть внучка. Наверное, пускай останется память, да еще с сертификатом. Многие из тех, кто ранее приобрел мебель в этой торговой сети, возвращаются за новыми покупками. Ведь известные сети магазинов «Азбука мебели» и «Народной кухни» отличают не только высокое качество товара, широкий ассортимент, но и доступные цены. Например, в январе действует акция «Вы можете приобрести мебель со скидками до 40%». Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.